Американская история такова, что в ней подростки, их жизнь и реальность, немножко драматическое их стремление получить выбор, кем хотят стать, и они выбирают карьеру в поступлении в факультет Калифорния, западное побережье, Вашингтон, округ Колумбия и Нью-Йорк, Манхэттен, бакалавр. Самый дорогой и престижный выбор профессии прощает детство, юность, да здравствует знание и успех.